Привет, привет, мои дорогие. Я не знаю, видно ли вам, что я буду с вами жрать. А жрать я буду вот это. У меня салат горячий из фунчозы. Да-да-да. Не достригла. Стригла, не достригла. Я не знаю, вроде они сварились. Варится уже давно. Погрызть можно. Ну пусть еще варится. Я вот немножко выделилась, потому что я хочу жрать. Я их долго очищала. Практически старалась срезать каждый коготок. Такой вкусный салат. Юль. Вообще. А с косточками. Прям очень вкусно. Дома то откроешь, то холодно, то жарко. Вообще непонятно. Откроешь окно, холодно. Закроешь, жарко. Не угодить. Обалденно. И это удовольствие. Вот это вот. Не на 50 рублей. Вот. Еще не прострезла. И не главное, не надо никаких выпендрежек. Не надо ничего делать. Отвалил яйцо. И ешь спокойно. А потом ляг
и лежи. Ну это же не счастье ли? И пусть весь мир... подождет. А у меня? Еще целая кастрюля.